Эта лягушка корчится и крутится от боли. Но что же вызвало у нее такую реакцию? Все дело в этом маленьком не более 2 сантиметров жуке. Представляю вашему вниманию жука-бомбардира. Все дело в том, что он выделяет едкое вещество, при этом оно еще и высокой температуры около 100 градусов по Цельсию, что делает этого жука недостижимой добычей для этих гадов. А эта лягушка решила пойти ва-банк и сразу проглотить его. Но это вызвало еще более непредсказуемую реакцию. Теперь лягушка точно знает, что нет смысла с ним связываться. Поэтому нужно спокойно стоять, не шевелиться и ждать, пока этот жук сам уйдет. Теперь ты знаешь почему.